Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Motorola Moto G30 изменить время тайм-аута экрана. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем раздел экран и затем дополнительно и находим здесь опцию спящий режим после и можем здесь выбрать, через какое время у нас будет отключаться экран. Можем поставить 15, 30 секунд, 1, 2, 5, 10 и даже 30 минут. Я поставлю 2 и буду доволен этим. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!